Подготовка автомобиля к отправке близится к завершению. Военные и волонтеры осматривают машину и решают, что стоит переделать. Полноприводный грузовик и прицеп безвозмездно передала одно из самарских предприятий военным, которые сейчас находятся в зоне СВО. Автомобиль новый, совершенно новый, без пробега. Сейчас он снимается с консервации, готовит техническое его состояние. Уже заканчивается подготовка этого автомобиля. И сегодня он будет уже передан тем, кто отгонит его туда, куда ему положено быть. Члены волонтерского движения «Самбат» и военные в течение нескольких дней проведут модернизацию автомобиля. Современные аккумуляторы, систему зажигания модернизировать будем. Ну и посмотрим, что мы еще сможем, в принципе, сделать для того, чтобы эта машина была более живучей. То есть мы делаем легкое бронирование для водителя-пассажира. Вот, что-то мы обшиваем металлом, что-то мы делаем, скажем так, с помощью резины. В ближайшее время автомобиль отправится в зону СВО. Кроме того, он поведет гуманитарную помощь, которые волонтеры собирают для бойцов. Жители Самарской области передают лекарства, сладости и теплые вещи. Этот груз весит сотни килограммов. В Самарской области уделяют большое внимание развитию добровольчества. В этом движении уже задействовано более 150 тысяч человек, в том числе в акции взаимопомощи «Мы вместе». Регион уже 5 лет подряд одерживает победу во всероссийском конкурсе лучших практик поддержки волонтерства. Регион добрых дел и входит в тройку субъектов-лидеров. Светлана Тимофеева, Григорий Плешаков. События.